И снова всем привет, ребята, очередная посылочка из Китая от компании, я не знаю, где его сделали. Я говорил, что вот после вот этого чуда лучше такое дело не покупать, но для спортивного интереса купил. Почитал в комментариях, в целом вполне пишут, что все классно. И плюс, смотрите, сколько купило вот из людей их. Я считаю, что вполне, ну, цифры классные. Указано, что Bluetooth в пятерочке идет, в TVS, и, скажем так, все включено. Я думаю, в курсе из подписчиков, что в ПК используем в такое в чудо, интереснее ничего, скажем, за те деньги, что они стоят, вот я вот не увидел. Единственное, что, исходя из, ну, по упаковке я смотрел, что все-таки сказано, что здесь вот нет комплекта ничего. Вот единственное, знаете, в пленках идет. Но честно, знаете, сказать, что смертельно, я считаю, что вот нет. У нас есть черненькие и беленькие. Вскрываем упаковку. Так. Специально попытаюсь, чтобы аккуратненько и шло. Кстати, пишем на Vivo X50, качество 4K. Это специально, потому что для information. Телефон, я вам скажу, что, знаете, и для камеры, и для всего оказался вполне интересным и комфортным. Здесь у нас интереснейшая инструкция вот есть. Я не знаю, кто ее будет читать, но все-таки показываю, чтобы была. В коннектор, естественно же, из Lightning идет. Здесь, так знаете, замотали все вот скотчем, чтобы, я так, ну, думаю, чтобы вот не увидели, кого пытаются скопировать. Но вскрываем и смотрим. Кейс, в чем плюс, что в компактный. Здесь индикатор идет в питание из шлайтингом. Тут изначально увидели кнопочка включения. Тут в такую штуку, я думаю, что все в курсе. Вскрываете и светится. Знаете, в чем плюс, что в темноте, вот если вот будут искать, то 100% все увидят вас. Высовываем их. Что из плюсов, изначально скажу, что в компактные идут. Вот нет, знаете, габаритов от тех, к которым мы все попривыкали. Управление сбоку идет. Здесь в типа динамики. И, ну, не знаю, сейчас включим. В теории они включились и сконнектились. В черные, я думаю, показывать, что смысла уже вот нет. У нас есть в такое в чудо. Включаем установочки сразу. Есть Bluetooth. Включаем. Ну, чтобы вы увидели вот впервые, вот как оно включается. Так, а к вам у меня по плану вот не было включать. Я включаю в доступные устройства. И смотрите, указано Pro, да? Ну, в теории, я так думаю, что мы включаемся вот с этими впрошками четвертыми. В теории, вот если включится, то все классно будет, но за исключением, вот видите, они автоматически в телефон сцепляют в те уши, которыми мы использовались. Из-за этого иногда сталкиваемся с такими с моментами. Так, есть. Ждем включения. Идет включить. Есть. Так, смотрите, указан аккумулятор, включается, ну, чтобы в контакты и шли. Есть, и вставляем их в ухо. Опачки, и изначально у меня включился, ну, естественно же, в Google ассистент. Ребята, честно, вот не пользуюсь такой штукой, тем более, что в Украине он вообще вот, ну, что-то не работает, и смысла включать его нет. Вот просто, чтобы вы услышали, надеюсь, что вы услышите, до какой степени в громкие динамики вот здесь идут, я не знаю, там, ну, в китайцы вот не указывали, сколько миллиметров, ну, идут они, но в громкость тут, ого-го-го. Кричат, конечно, они вообще прикольно. Так, если вы прикасаетесь, у нас включается, смотрите, в пауза идет. Вот видите, в показы, опа, есть, включилась в пауза. Если долго держать будем, что будет? Включается ассистент, спросим.
Так, ребят, ну уж извините, заикание бывает, сталкиваемся и с проблемами. Но, честно, в громкость динамиков тут классная, знаете. Я изначально скептически я говорил, что кажется вообще полным хламом. Но, блин, звучание здесь классное идет. Они компактные, удобные. Вот просто, чтобы вы увидели, вот те, что у Ленки идут, ну, на постоянке использования. Вот видите, вот здесь идут стандартные. И до такой степени в крупней. Ты вставляешь их в ухо, вот, ну что беленькие, ты вот не чувствуешь их в конечном итоге. Тут, конечно, им в плюс вообще в конкретнейшее идет. Включаем в камеру и селфи, видео. Так, извините, я не побритый. И снова всем привет, ребята, вы на канале Зик из Китая. Мы показываем в Т3 и показываем в Pro 4 вроде, если не ошибаюсь, они вот как-то вот так идут. Но вот честно я скажу, что знаете, все-таки я понял, из-за чего у них есть столько заказов. В целом, в качество звучания, ну, громкое идет, а для большинства, знаете, их хватает, скажем так, вот громкости. Я не хочу вот лукавить. Кейс компактный идет, я думаю, все в курсе, в какую компанию попытались скопировать. Они в плане дизайна сделано все окей. В пластик, да, он не такой крутой, как используется у компании Apple. Но вот, ребят, вы учитываете стоимость его. Тем более, что черный, я так думаю, окажется, что бомбой просто. Тем более за те копейки, что стоят такие уши, знаете, я бы уже искал бы, с чему примахаться, но пока в первое впечатление у меня осталось в классное. Единственное, в комментариях услышите, я сделаю исходники с микрофона. Спасение, что у Vivo X50 вот есть диктофон. Там все пишется. Вот просто, чтобы вы увидели, смотрите, в черные у нас идут. Показываем. Так сюда. Так сюда. Так сюда. Не, ну в плане, в дизайне я вам скажу, что бомба. Ну и черные, вы знаете, я думаю, у нас у всех, ну все попривыкали, что должны идти наши беленькими. Тут уже, вы знаете, и смотрите, что в кому окажется в комфортнее. Единственное, с микрофонами, вот смотрите, вот здесь их нет, и, скажем, откуда звучание будет идти, мы вот так и вот не узнаем. Но, исходя из опыта использования вот этой фирмы, то знаете, я понял, там, где они оказываются, вот не имеет значения. Покупателя нет, я всегда акцентировал. Думайте все сами. Я всегда был против копий. Но вот эти просто покупались чисто для спортивного интереса. У меня вот было вот такое чудо, что кидали в комплекты в телефон, честно, в полное в говно. Извините за слово, но говорю вот как оно есть. Тут я вам скажу, что твердая четверочка идет. Все вполне окей. У нас симпатичный в кейс, громкость и запасом идет. Да, с басами в проблема, но это идет из-за того, что у нас вот такие вот ушки. И все. Я знаю, что долго было, но я хотел и пытался, чтобы вы хотя бы услышали в ту идею, которую вот я пытаюсь иногда вот рассказать для вас. Всем спасибо, пока.